Всем привет, с вами Неломок. Мы сегодня играем с вами в игру под названием Assassin's Creed Одиссея. Ко мне кто-то бежит. Странный человек, он хочет получить от меня лещей или чё? Ты кто такой? По-моему, это какой-то наемник. Привет. Оп, давай посразимся с тобой. Бам, 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 бам. Тик-тик-тик-тик, с ноги. Но, с бычарой. Бам. Сука, ему снес ХП. Надо проверить свою способность по поводу третьего скилла. Оп. Здоровье восстановил. С ноги. Но. Но, но. Давай заколем его. Это какой-то новый наемник, по-моему. Порождение Аида. Бум. Повержен. Наемник убит. Все. Открыть меню наемников. Это зрители были. Бесплатное для вас шоу устроил. Так, давайте мы с вами разберемся, на чем мы с вами остановились. Сначала вызовем свою верную помощницу лошадку. О, садимся на нее. И нам нужно двигаться сейчас. Куда? У нас есть список замечательных... О, подождите, кортик новый, может быть, появился какой-то. О, 12 левела. Но мы пока еще не можем его натянуть на себя. Сейчас, задание. Мы сейчас должны отправиться вот это вот. Николас предупреждал Алексиоса о змеях в траве. Ага, нам нужно убить Элпинора. Элпинор все еще в Факиде. Он где-то в юго-восточной части долины. Должно быть, он в крепости Фарсалы. Вот туда мы сейчас с вами будем и отправляться. Путь не ближний, не ближний. Нам надо что-то до... Да и ехать туда нужно. А, ехать туда 600 метров. Будем сейчас любоваться природой и скакать. Так, ж дороги. Так, что там у нас? Гора спереди нас. Мы не будем через гору лезть, мы, наверное, ее обскачем. Так, подождите-ка, а если я сейчас хочу карту открыть? Карта местности наша. Вот тут, кстати, я, видите, могу захватить храм Артемиды. И тут есть еще задание. Но может мы к заданию этому еще вернемся? Или мы все сейчас захватим эту вышку, эту высоту? Как вы думаете, что лучше мне сделать? Мне кажется, будет неплохо, если я эту высоту все-таки захвачу. Посмотрим местность. Так, спрыгиваем. Храм Артемиды. Где-то здесь? Или я еще вдалеке от этого места? Ага, вот он, храм Артемиды. Наверное, нам нужно вот тут наверх закарабкаться. Оп, оп. Как обезьянка. Оп, 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 оп. О, пришел. Так, заходим сюда и синхронизируемся. Е-буква. И, английская И. Вот наш доблестный... Кстати, у нас сейчас... Осень, по-моему, листья желтые. Смут такая погодка. Осень наступила в игре. Тут даже времена года меняются, что и зима придет когда-то. Храм Артемиды. Синхронизация завершена. Замечательно. Тогда теперь двигаемся дальше. Мы не будем здесь брать сейчас задания. Я хочу. По дереву можно спуститься вниз? Эй, нельзя. Нам нужно лошадь призвать свою. И двигаться дальше. Я не буду сейчас брать это задание. Потом, возможно, я выполню их. Но пока что я хочу основное задание. За основное задание браться. Вот туда я и побегу. А вот этот храм. 300 метров. Или это не он? Сейчас нам скажут, когда можно будет запускать своего товарища, друга и помощника Орла. Крепость Фас... Близко к... О-о. Крепость. Здесь мы должны всех перебить. Что там? Припасы, которые можно сжечь. Вот ты где. Прячешься на виду. Так, а где это на виду? Подожди, мы по дороге сейчас должны постараться заметить еще охрану какую-то здесь. Что-то мало охраны. Как для такого... Вот тут два охранника. Когда такого... О, вот они, вот они, вот они. О, еще и ворон какой-то сидит. Гиприй. Так, мне хочется его рассмотреть поближе. Он просто валяется на полу, что ли? Отдыхает, спит. Ой, тут что-то их много, на самом деле. Это тут очень много. Но охрана у него солидная. Это он? А мы не можем туда орлом к нему прям залететь? Но, в принципе, понятно. Он здесь находится. Нам нужно как-то задней части подокраситься. И тогда будет все хорошо. Спешимся пока что. Он там дрыхнет. Нам видно его сдалека. Там не очень большая охрана прямо возле него. Мы там должны всего лишь... Ух ты, гляньте-ка, сколько мы тут должны перебить всего. Нужно действовать осторожно. Да, конечно, согласен. Цели в области. Нужно действовать предельно осторожно, потому что если мы поднимем шум, все закончится для нас. Крепость. Крепость, крепость. Этого нужно как-то сзади напасть на него. Что-то мне так сдается.
Так, как он стоит спиной к нам сейчас повернут? Я его просто не вижу. Полезли, посмотрим повыше. Ой, нет, он прям на меня смотрит. Надо, чтобы он развернулся спиной, потом мы его зарежем. А ну-ка. А потом к этому зайдем в гости. Ну-ка. И когда ты будешь разворачиваться? Долго ли ты будешь вообще стоять? Как мне с тобой поступить, а? Ну уже, как-то двигайся. Проснулся. Моя цель проснулась. Вот черт. Потом пойдет. Тихо. Он идет сюда. Вниз полез. Тихо. Может быть, сейчас мы его сейчас и подловим там. Кто на меня заметил? С. Он вышел на улицу. Это не птица. Нет, не птица. Это я. Иди сюда, сейчас мы будем тут тебя драть. Драться с тобой. Но. Это даже не удивляет. Все, его. Элпинор! Ах ты трус! Элпинор. Элпинор знал, что я приду. Отправил самозванца и заманил меня в ловушку. Умрешь от рук спартанца! С ноги. Но. Заманил меня в ловушку. Тихо. А что произошло? В пещере рядом с Рамом... Это самозванец. Это двойник его был. Ага. Походу мы нарвались на двойника. Я правильно все понял? Это его двойник был? Это не настоящий был Элпинор? Так, задание. Сейчас мы заценим. Вот. Элпинор еще... Так. Элпинор в пещере рядом с храмом змеи. А мне что теперь делать? Мне тут до этого храма 1300 метров. Тут полно всякого добра. Лезу пока наверх. Давай, выше. Пока, мужикам. Мы что, должны всех перемочить? Или не должны? Должны или не должны? Один тут стоит. О. Так, одного я быстренько уничтожил. Оп. Есть что-то у тебя подобрать полезного. Так, идем этого и попробуем еще сейчас заколем. Как мы к нему подкрадемся? А к нему нету спуска. Ладно, лезем по лестничке. Так, кувшин. Эй, лезь наверх. А, тут крыша, блин. Ну и давай, ищи. Ищи. О, это нужно поджечь, правильно я понимаю? Не, это был факел. Армии... Запасы армии поджег. Внизу там меня ищут. Ой, еще один, я его раньше не замечал. О, гляньте-ка, охранник один там. Элпинор. О, заметили. Заметили нас, что мы уничтожили его дружбана. Я так просто не сдамся. Давай. Оп. Это какой-то... О, завалил. Капитана завалил. Так, копьеносец. Где там он? На тебе. Копьеносцы слабенькие. А ну не копьем хорошо на дистанции валят. О, еще один чудик. О! Так, 4. Начнем с этого. Бам. С ноги достал? О, сразу половину хп ему снял. Ух ты, хорош. Что-то выпало с него ценного? Что-то выпало. Тут еще припасы есть. Крепость. Что, меня заметил? Что кто-то, что ли? Бегут ко мне, что ли? Что такой звук был? Обнаружен новый наемник. Палагон. Ой, тихо. Не впечатляет. Нашел его! Ай, не получается. Так, лежать была команда. Так, что у нас тут, очки? Поджигаем припасы на единичку, на Т. О, где припасы? Вот они. Поджигаем. Я горю!
Ай! Тушимся, тушим, 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 тушим. Назад. Машет что-то своим копьёшком. Маленьким копьёшком своим. Что тут размахался, а? Так, стрелы. Шлем, стрелы. О, по-моему, это еще один начальник охраны, да? Мы его завалим втихаря, подкрадемся со спины к нему, или так, вплотную. Подеремся с ним раз на раз. Я думаю, сейчас его попробую сзади обойти. Так. Что я обворую хорошенько. 11 левел. Привет, чувак. На тебе. На. Опа, половину хп ему забрал. Оп. Давай, с ноги, с ноги, с ноги. Да, и бодаемся. Не. Оп. Оп, назад. Как я классно его обдурил, а? С ноги, с ноги. Не попал, о, попал, с ноги, я думал, не попал. Назад, 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 назад. И бычара его. О! Это невозможно! В смысле? Все возможно. И невозможное, возможно, невозможное. На! Второго капитана завалил. Убейте полимеха какого-то там. Что с него выпало? Забираем. Забираем. Добро, добро, забираем. Добро, добро, наживаем. Ведьмаку заплатите. Так, тихо, 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 тихо. Девятый уровень? Там кто-нибудь есть? Конечно, есть. Приходи, покажу тебе сейчас что-то. Конфетку покажу. Иди сюда. Померещилось. Померещилось, померещилось. Это тоже померещилось. Жизнь. Собаки напал. На, собаку с ноги выруби. Видели я собаку с ноги? Бах, и все, собака отдыхает. Называется спартанский удар. А тебе можно, что ли? Тебе тоже, считай, уже нельзя. Отдыхай в другом мире. Что? Копьеносец, посмотрим, иди что сюда, там? Копьеносец. Копьеносец, смотри, на, на, на тебе. Лежать команда была, вот так. Не выделывайся. А ты кто такой, 11 уровня? Ты типа крепкий? Какой-то донат странный, я уже там прочитал. Не озвучился твой донат, понял? Потом почитаю на паузе. На. Я его вижу. Хорошо. Больше уловки. Так. Сюда нельзя. Да ладно. Проверю, что там. Проверяй. Оп. Подножку ему, на. Даже не видел, как его он завалил его. Сколько у вас тут еще осталось не людей? Думаю, кто-то нарочно. Кто-то нарочно. Иди сюда. На. Добил его, короче. Фаталити называется. Так, тут секрет какой-то. Ты меня заметил, что ли? Оп, оп. Какие-то они слабенькие все. Вы не замечаете это? Это нереально слабенькие. Так, надо вниз. Так, о, сокровище нашел. Собрать. Так. Я тут сижу, жду вас всех с нетерпением. Я сейчас пойду ваши сейчас запасы все пожгу. Все ваше продовольствие будет моим или ничье. Сейчас подожжем еще. В окно, оп. Поджигаем. На, ноги еще раз. Мой доспех. Мой доспех. Заберите сокровище, еще одно сокровище осталось. Чувак, сейчас мы к тебе сразимся, вот что.
Эй, я тут уже тебя жду. Будет быстро. А ты что? А. Точно бы, вот это точно было быстро. Я с тобой справился очень быстро. Так, а где еще одни сокровища? Мы там внизу. Воу! Чуть ногу себе не сломал. Бедный ассасин. Как шкандыбает. Сокровища. Все, мы тут все обыскали. А есть ли смысл мне... Я все, что можно было тут... Все, область исследована. Тут есть какие-то вон противники сверху? Подождите, я проверю. Давай сражаться с тобой, копьеносец. Ты в курсе, что тут один остался? О, свиньи! Давай сейчас еще свиней перевалю вас. Подожди, я хочу свиней открыть. Фу. Свиньи, смотри. Воюйте со свиньями. А я посмотрю. Вы, свиньи! Грызите их всех! Свиньи! Свиньи! Ладно, придется мне со свиньями тоже, походу, справиться. Ого, как бодаются, хорошо. На. Одну свинью почти завалил. А, все, убегает. О, я его... На шашлык, на шашлык. Так. Не, не упал. Ядовитыми лезвиями сейчас свинью разрежем на шашлык. На шашлык. Ну все, один чудик остался. Я тут, по-моему, уже всех реально перевалил. Еще пособираю. Какие-то трусы подобрал. Лезем к последнему чудику и будем отправляться дальше. На поиски приключений. Так, что я залез под халат. Но. Но двигаться нам придется далеко. Все, я тут всю базу им перемочил, короче. С этими двойниками, с этими всеми ребятками. Им всех перебил. Так, где моя лошадка? А это кто? Что за чудики? На меня не будет агриться? Внезапная атака. Ой. Подожди. Одного вот так мы вырубим. Лошадка бежит. Тихо, тихо, тихо. Это женщина, что ли? Я вообще-то женщину стараюсь не бить. Но это, видимо, исключение. Это новый наемник. Иди сюда. С ноги, на. Любишь мою ногу? Люби. Придется полюбить. Ай, ай. Больно. Не попадаю. А, отходит шустро. Ай. Ой, я увернулся здорово. Оп, 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 оп. Ай, с ноги бьет хорошо. Удар поставлен. По-моему, я получше дерусь. Давай, давай, давай. А. Это как ее зовут? Слепая Андриана какая-то. Жик, она меня подкалывает. Еще и с ноги меня своим башмаком. Ну, мой башмак получше будет. Все. Наемника еще одного. Конь бедный испугался. Конь, иди сюда. Коня мне испугало. Ах ты, несчастье. Еще один чудик. Да что вы достали уже на меня тут нападать все? Сколько можно? Иди сюда. Почему вы ко мне вечно пристаете? Пошел вон. Со щитами, со своими. Открой свой щит. Кричит, какую-то ярость вызывает еще. На тебя. Все, пошел туда вниз, в канаву. Что-то от тебя выпало полезного? Хоть немного и бабла. Все, свистим, уже нам надо задание выполнять, алло. Награда за вашу голову. Награда за мою голову. Видите, что происходит? Тут с ума посходили все, хотят меня пустить на сало. Вот тут что-то воюет. Короче, воюйте, я тут, короче, ничего не знаю, я бегу задание выполнять. Буду еще разбираться, кто там прав, кто виноват. Воюйте, короче. Я пошел. Мне тут 1000 метров надо скакать. Кстати, если я карту посмотрю. Посмотрю карту, то мне нужно прыгать аж вон куда. Ну, расстояние не маленькое. Долина. Тут еще какое-то задание. Новое место. Расстояние. А я могу как-то телепортироваться? Быстрое перемещение. У нас как-то это все схвачено, может быть. Быстрое перемещение. Нельзя? Вот. А, я не активировал точку. А здесь?
О, здесь можно. Так вот мы ближе отсюда перейдем. А ну-ка попробую. Так еще ни разу я не... То есть ты когда точки эти захватываешь, ты можешь реально переходить от одного места к другому более быстро. Прикольно. Закрутилось, кажется. О, сижу тут сверху. Телепортанулся удачно. Значит, нам нужно теперь добраться вот туда. 500 метров. Надо спускаться вниз. Только бы не разбиться еще. Уяу. Оп, привет, мужик. Извиняй, мужик, что напугал. Так, нам нужно еще 500 метров преодолеть дистанции. Надо выйти на какую-то дорогу. Вызвать лошадь. Где моя лошадь? Где моя серкобурка? Иди сюда. Иди сюда ты. Все, 500 метров, и мы придем к месту назначения. Так, эти лошади нас совсем не интересуют. Ну что, поехали. Поехали. Что тут за... А что такие... О, что-то поспя ярче стало. О, тут какая-то... Блин, куда это я пришел? Как я это должен обойти все? Какая-то яма огромная, мне это вообще не нравится. Огромная просто яма. Какая-то впадина, глянь. Мама мия. Это как мне теперь тут спуститься аккуратно вниз, чтобы не погибнуть? Мужик, вставай. Лошадь явно... Как я перек... Ой, боже мой. Но я пожертвовал своей лошадью ради великого дела. 300 метров. Наверное, он на этом вершине, у него какой-то замок. Медведь! Давайте медведя завалим. Я еще ни разу с медведем не боролся. Медведь, иди сюда. Давай драться. Привет. Оп. Один стрелял, ладно. На, Мишка. С ноги. Не попал. Какой мощный. О, завалил медведя. Собрать, что с него дадут? Мягкая кожа. Медведя завалил. Впервые. Я еще ни разу не сражался с медведем. Это первый раз. С волками дрался, с кабанами там различными. Еще там всякими козами, там какими-то баранами было. Опа, подождите-ка. Это кто такой? А нам нужно выше. О, там, кстати, есть еще и какая-то высота. Куда мы там должны прицелиться? Кого мы там должны увидеть? Летим повыше. Может, сейчас кого-то заметим. А как это так? Мне туда... А-а-а! Нам же говорилось, что он в крепости, внутри, в пещере. То есть где-то должен быть вход в эту пещеру. Правильно я понял? А где в нее вход? Как мне найти вход в эту пещеру? Там же был разговор. О, тихо-тихо. Вот тут что-то есть. Это я там нахожусь? Я немного не понимаю. Элпион в пещере рядом с храмом змеи. Рядом. Тут стоит какой-то мужичок. Возможно, как раз он охраняет вход в храм змеи. Это что такое? А где вход? Это не вход, это просто лагерь каких-то разбойников. А где же вход в пещеру? Я вот здесь. Вот это есть вход, вот это вход. Ага, значит, тут разбойники какие-то. Сейчас мы тут их перебьем, видимо. А это, видимо, вход в пещеру. Ну, я так подозреваю. Видите, нас туда заманивает. Это, наверное, вход в пещеру. Хорошо, в принципе, вроде как пометил себе этих чудиков. Нам нужно будет в пещере сражаться. Давно такого не было. Храм змеи. Найдена новая область. Хорошо. Ползем пока что по горам, по лесам. Николаус говорил о змеях в траве. Но это уже слишком. Так, надо присесть. А? Эй, здесь чужак! Ой, что-то я не сильно спрятался. Лучше спасайся! Нападай! Кричать не нужно. У них уже двое, вот это неприятно. Одного вырубил. Я мог бы, наверное, скрытно их поубивать. Убейте стражника культа. Это культ. Это как раз то, что мне надо. За то, зачем я сюда пришел. Чтобы культ перемочить.
Какой-то культ у них там странный. Так, вот они там еще есть, чудики эти. Капитана убить. А я тут никаких кустов не вижу, чтобы прятаться. А, это обычные люди, рабочие там какие-то, смотри. О, я нашел кустик. Это не кустики, я стою, я присел. Ладно, беремся. Щит раскрыл его. Ба. Давай. На. Раз, два. Убейте стражника культа. Я их убил уже 4 из 7. О, еще один бежит. Ой, боже ты мой. Зря я так напал на них открыто, наверное. Потому что они... Один какой-то вообще шустрый с мечами двумя. Какие-то кувырки делает. Это ниндзя, что ли? Это женщина. Кора. На. Я ее зажал у камней. На. Ай. А чё они... По очереди не нападают, это круто. Не нападает по... Это классно, что не нападает. Не напад... А нет, это уже нападает. Я накаркал. Они все... Вот это я зря начал драку, когда их так много. Ворот. Так, бочарой. Бах. Так, минус еще один. Так, с ноги, на. И в атаку. Ну что такое? Ай, алебарды попал, боже ты мой. Теперь я вас двоих сразу. Раз, два, три. Надо было яд включить. И похилиться. Так, иди сюда. Ай. Блокирует. Есть, теперь нету блока. Бум, этот очень здоровенный ядька. Все, я их перебил. 7. Собираем с них золотишко. Кто там еще был? Как там задание показать? Найдите табличку, заберите сокровище. А сокровища вообще... Какие-то кости древние. А тут что-то добывают. Кости, гляньте-ка, кости. Динозавр-то что ли был какой-то? Люди, а ну извините, простите. О, кажется, я нашел дощечку. Древние табли... Кто-то меня зовет. Эй, ты. Вы находитесь близко к цели, нажмите кнопочку там какую-то, цели. Где-то тут еще сокровища есть, наверное. В палатке, что ли, сокровища? Вы находите... О, нашел, одни сокровища найдены. Так. А вторые? Храм змеи. Но мне нужно в пещеру запихиваться. Так, ладно. О, реально пасть, смотрите-ка. Пасть. Нашлась. Дракона, динозавра. Что это было за существо, я не знаю. Привет, мужик, что-то закопал, а? Ты-то тута. Так, а как тут наверх? Ага, вот эта дорога. Так, заберем. Драгоценности. Нажмите В. Это вечная табличка выскакивает. Почему? Как ее убрать? Я не знаю. Ну вот я нашел этот храм. Это сейчас будет у нас тут какая-то новая мокруха, я так подозреваю. Факел. Ой, подожди-ка там. Я чую его вонь. Мы сейчас будем с ним вести диалог, скорее. Нет? О, это он? Когда? Мы бы осыпали тебя, драк. Я его поджег. Ой, и себя тоже. Он сильный, интересно? Он... О, он знает карате какой-то. Киокушинкай. Или что? О, я ему снял половину хп почти. Вроде бы он не такой уж сильный, как мне казалось на первый взгляд. Не принимай меня. На самом деле. Элпинора, валю. Валю Элпинора. С ноги, давай, с ноги ему. Но! Давай, бычарой его, бычарой. Бум. Бум. А чё? Смирись. Культ получит желаемое. У нас уже есть Деймс, и мы найдем твою мать, а ты умрешь. Что у них там уже есть? Я его завалил. Ты совершаешь ошибку. Элпинор сдох. Мне не стоило верить тебе на Кефалинии. Ты жив только благодаря мне. Культ хотел твоей смерти.
Какой культ? Где они? Они повсюду. Все, откинулся, короче, Элпинор. И ничего так и не рассказал про культ мне. Какие-то нужны записи. О, какой-то камушек найден был. Ага. Что за камень? Треугольный, розовый, красный, такой какой-то алый. Что он может значить? Непонятно. Какой удивительный кристалл я нашел у Элпинора. Лучше его беречь. Согласен, пригодится в хозяйстве. Змея в траве, задание выполнено. Уху! Так, мы получили тут... Как там, буква Y у меня было, по-моему, чтобы мне подсказки были, где тут ресурсы валяются. Я же себе открыл такой навык, что я нажимаю букву В, и мне показывают, где такие сокровища имеются. Так, ну мы там открыли новое задание «Змеиное логово». Отслеживать табуляцию. Давайте глянем. Задание, значит, змеиное 400 метров. Вот. Оракул рассказал о тайном месте, где устраивает свои встречи члены таинственного культа космоса. Алексиус решил сбросить покров тайны с этой организации. Настало время проникнуть в ее ряды. Поговорите с Геродотом. Плюс снаряжение. Мы, кажется, получили эти всякие маски. Правильно я понимаю? Вот маска. Персидский военный шлем. А, нет, это не та маска. Я думал, что это та маска культа. Маска культа. Или такая маска культа была. Это получше у меня будет шлемчик. Так, снаряжение назад. Что там еще? Юбка у меня появилась. Может, какая-то новая 11 левел. Доспехи. Окей, у меня вот 10 напяленные. Давайте что-то помоднее оденем. 11 левела. Помощнее. Так, броня. Ну, конечно же, пора уже броню помоднее одевать. Вот такую, например. Ух ты, боевой доспех Ареса. Так, назад. Какой я красавчик стал, да? Так, это что у нас? Подождите-ка, мы не все брони все пересмотрели. Ух ты, это еще лучше. Чешуйтостый доспех. Урон убийцы. Чешуйтостый доспех напяли. Он какой-то выглядит не очень на самом деле, но он вроде как классный. По своим характеристикам. Так, а все остальное тут такое себе. Назад. Что там у нас еще нового? Лук у нас какой-то помоднее, да, появился? Возьмем лук помоднее. И нож. Я люблю ножами на самом деле работать. Мне нравится с ножами, как он классно. Ну, по-моему, ничего лучше того, что у меня сейчас есть. Это все булава, эти все штуки. Оно медленное очень. А ножами жук-жук-жук. Мне нравится, как он их всех чиркает. Ну что, задание. Итак, задание мы с вами поняли, что мы следующее будем делать. Мы пойдем вот беседовать с Геродотом. И он уже мне скажет про все остальное. Значит, задание выбрано. И если мы, допустим, карту откроем. Геродот. Вот он где находится. Нам нужно к нему вернуться. И тут еще есть два задания дополнительных, типа, не основных. Можно будет их тоже выполнить. И тут я тоже пропустил задание еще не основное. Местность не до конца изучил. То есть тут еще можно играть и играть на самом деле. Ладно, пойдем к Геродоту. Мы сегодня завалили этого негодяя. Лежит. Надеюсь, что эта смерть не была напрасна. С вами был Неломов. Мы играли в игру под названием Assassin's Creed Odyssey. Увидимся совсем скоро в следующих видеороликах. Всем пока-пока. Если заметят, мне не сдобровать. Не надо, чтобы нас замечали.